Депутат Государственной Думы Никита Чаплин навестил беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, размещенных в пункте временного пребывания в Зарайске, детском оздоровительном лагере «Осетр». В открытом диалоге обсудили волнующие вопросы вновь прибывших граждан. Не так много времени остается до начала учебного года, и сегодня детям Донбасса как никогда нужна помощь и поддержка. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее уладить все сложности, чтобы школьники и студенты приступили к обучению вовремя. Мы сегодня вручили ранцы, рюкзаки для первоклашек, для ребят из 4 класса и даже для старшеклассников. Люди приехали без всего, поэтому не только ранцы, но и они оснащены всем необходимым. Это и тетрадки, это и учебники, это и краски, и ручки. Все, что нужно для того, чтобы учиться в школе. Важно не только вручить, но и поговорить с людьми о тех проблемах, которые их волнуют. Очень хороший состоялся разговор. Люди поставили задачи, особенно люди, которые приехали новые у нас здесь. Новая группа беженцев поставили задачи, вопросы, которые их волнуют. Поэтому мы потихонечку выполняем эти задачи. Ольга Желдева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.